С вами Алексей Ницца, и сегодня расскажу, как быстро зашифровать файлы на своем компьютере с помощью приложения Encrypto. Encrypto – это простое приложение, которое скачивается на ваш компьютер и позволяет шифровать отдельные файлы или папки по надежному протоколу AES-256, а значит, делает ваш компьютер более защищенным. Для начала необходимо скачать приложение для нужной операционной системы и установить его. После запуска приложения открывается окно, где при первом запуске вкратце рассказывается о том, как работает приложение. Также предлагается подписаться на новости Encrypto. При желании этот шаг можно пропустить. Работа приложения очень проста. Необходимо перетащить нужные файлы или папки в окно приложения и придумать пароль, а также подсказку, чтобы было проще вспомнить сам пароль. Далее приложение шифрует файлы, и на выходе получается файл с расширением Crypto. Этот файл можно сохранить на компьютере или поделиться им по почте или другим способом. Важно отметить, что расшифровать этот файл можно только с помощью приложения Encrypto. Для этого нужно лишь открыть файл и ввести нужный пароль. Также можно скачать дополнительное приложение Hide, которое скроет оригиналы файлов и оставит на компьютере только файлы в зашифрованном виде. Таким образом, Encrypto является простым приложением, которое поможет защитить ваши файлы от доступа нежелательных третьих лиц за считанные секунды.